Подготовка к учебному полугодию началась у военнослужащих ракетной дивизии в ЗАТО «Озерный». Перед обучением с личным составом проводятся занятия по обеспечению безопасности военных в условиях повседневной деятельности. Подробности у наших коллег с телеканала «Озерный Инкомсеть». Во время проведения занятий особое внимание руководители подготовки уделили обучению личного состава безопасности во время несения военной службы и предотвращению происшествий, наиболее характерных для зимнего периода. Мы должны понимать, военнослужащие и вообще все должны понимать, то, что самое главное и самое дорогое – это человеческая жизнь. Вот. И как в мирное, так и в военное время. Вот именно здесь, сегодня, на полигоне безопасности, мы обучаем личный состав, как противостоять опасным факторам военной службы и с какими именно опасностями они могут столкнуться при исполнении обязанностей военной службы. Безопасность каждого военнослужащего – это не только ответственность командиров, но и сознательность каждого. На практических занятиях для военных были подготовлены специально оборудованные учебные места. На каждом из них военнослужащим были показаны реальные последствия несоблюдения требований безопасности. Инструкторско-методические занятия по безопасности военной службы разбиты на три этапа. Первый этап проводится с руководящим составом соединения, второй этап проводится с всем личным составом, ну и третий этап – это те, которые не присутствовали на занятиях ввиду того, что находятся на боевом дежурстве и в суточном наряде. Всего было развернуто 7 учебных точек. Поделившись на группы, военные обошли все. На каждой из них руководители занятий прочитали небольшую лекцию и показали на практике, что нужно делать в той или иной ситуации. Продемонстрировали последствия несоблюдения техники безопасности. За 4 учебных часа каждый военнослужащий побывал на всех учебных точках. Цель таких масштабных занятий – довести до командиров и военных основные требования к безопасности для того, чтобы по возможности избежать несчастных случаев. На занятиях были задействованы все подразделения и части дивизии.